Мужики, рад всех приветствовать. Представляю вашему вниманию работягу, нож охотник. Клинок кованая сталь Х-12МФ. Спуски 2/3. Небольшой фальш лезвия. Рукоять классического черного цвета, выполнена из граба. Вставка акриловый композит. Рукоять пропитана маслом Даниш. Наборный больстер, дюраль, проставки G10. Темлячная трубка. Темляк из паракорда с бусиной. Размеры ножа. 260 общая длина. Длина клинка 132. 29,5 ширина. 3,5 в обухе. Удобный маневренный нож. Для леса, на природу сходить. Ну и, конечно же, охота. Вот такой красавчик. Ножны натуральная кожа, тиснение, погружного типа, два подвеса. Свободный и жесткий, кому как удобнее. И вот так будет в ножнах сидеть. Пожалуйста.